Sergey shows a fireman's carry from a bicep-bicep tie. To set this up, Sergey first pinches his opponent's elbows together. As Trevor reacts by lifting his elbows, Sergey does a fireman's carry. Иду на него. Волтёк. Волтёк. Ещё раз. Смотрите. Смотрите, два локтя сложу. О. Нет, смотрите. О. Видите? Раз. И открывается соперник. Сразу. Оп. И спокойно бросили. Значит, что самое главное в мельницах? Notice самое here how Sergey hooks Trevor's right arm high above the elbow здесь. Instead of close to the elbow. Почему здесь? Потому что если... Here Sergey shows the wrong place to hook the arm. Notice it is not tight. Видите, это плохо, да, вот. Уже плохо. Вот это плохая позиция. Видите, очень трудно тащить, и мне мешает нога. Посмотрите, как, стоп. Руку подвести сюда. Плотно подвести руку, посмотрите. Вот. Смотрите, я свожу локти, оп. И теперь смотрите сразу. И теперь руку смотрите вот сюда, оп. Watch how high Sergey's left hand is on Trevor's arm. It is also important that Sergey keep Trevor's arm tight to his body at all times. Плечи там. Очень трудно оттуда. Посмотрите, какая ошибка. Посмотрите. Если соперника плечи вот здесь, видите? It is bad positioning if Sergey's shoulder slips under Trevor's arm, as it is here. It is better when his shoulder is in front of Trevor's, as it is here. Плотно здесь и плотно здесь. Видите, вот, плотно я держу. И теперь я, смотрите, что? Поднимаю и бросаю сюда плечо. И теперь меняю ноги. Сложусь на захват. Следующее положение, посмотрите. И вот как это будет быстро, смотри. Свели ноги, руку ловите, смотри. О. Сели. Еще одно положение, посмотрите. Another setup for the fireman's carry is when the opponent tries to force an underhook by coming over the top of Sergey's arm, as Trevor is doing here with his right arm. Вот видите, вот мы стоим, вот соперник меня забрал руку, смотри. Моя рука свободная, смотри. И вот сразу, смотрите, его. Я делаю, смотрите, что шаг. After initially resisting the underhook, Sergey lets Trevor slide into an underhook. Sergey then immediately hits a fireman's carry. Еще раз. Посмотрите, как быстро. Вот, вот, вот рука, смотрите. О. Сразу две. Еще раз, посмотрите. О. Watch how Sergey lets the arm slip and then re-grabs it high in the tricep. Вот. И вот сейчас я ногу ухожу и бросаю. Плотно поменялся. Очень важно. Очень важно, смотрите, здесь очень важно быстро поменять, смотри. Оп, вот сейчас, смотри. О, этот раз, смотри. Видите, я сюда сейчас. И бросаю и меняю руки. On this fireman's, Sergey starts by trying to snap Trevor's head down to the mat, as he is doing here. If Trevor reacts quickly enough not to go down, Sergey hits a fireman's as his opponent lifts his head up. Сначала беру за голову, вниз, вниз, вниз. Поднимается, сразу хожу. Можно здесь лучше бросать. Вот с этой ногой, посмотрите, я беру сюда, смотрите. Вот я, стоп, я смотрите. Сначала на него, он на меня, потом смотрите, вот сюда. Сейчас поднимается, потом смотрите. Although Sergey can hit the same fireman's carry as he has earlier, here he goes to Trevor's left leg. Notice his shoulder position is the same no matter what leg he grabs. Сейчас посмотрите. Первое движение, смотрите. Просто шмук на него, на меня. И вот сейчас поднимается. Опа. Или здесь. Видите, здесь. Но ни в коем случае не здесь. Понимаете, это очень удар. Все. Если отбросит ноги, очень тяжелая позиция. Посмотрите внимательно, еще раз. Голова здесь. Смотрите, я иду вниз. Дергаю, смотрите, сюда его. Поднимается, смотрите, что делаю. Сразу ухожу или сюда, и заканчиваю. Следующее положение, очень удобное, посмотрите.
Sergey faced a duck under to set up this fireman's carry from a bicep-bicep tie-up with his head on the same side that he fakes the duck under. Мы поставим туда. Посмотрите еще раз. Мы делаем. О! И вот теперь я бросаю, сажусь и бросаю мельницу. Посмотрите еще раз. Посмотрите, с этой положения, с этого положения. Я держу здесь. Теперь смотри, медленно. He can also do the same combination with control of the wrist on the duck underside. Мое плечо идет. Смотрите, о. Еще раз смотри. As in the earlier fireman, Sergey goes down to one knee first, but it is equally good to drop to both knees. Бросаю и сажусь. Сделал движение раз и сразу обернуться. Посмотрите еще раз. Посмотрите. Посмотрите. О. Видите, как хожу? Плотно. Оп. Еще раз. Движение. Сел. Notice on his fake duck under, he lifts Trevor's arm and takes a little step to the duck side. Еще раз посмотрите. Ныряю сюда, убирает, сажусь сюда. Еще раз. Ныряю сюда, шаг и сразу сюда. И потом убираю ногу, бросаю и сажусь. Обязательно повернуться. С такого положения раз, поменяли руки. Сели, вытащили. Что там, смотри? On this technique, Trevor grabs Sergey's opposite wrist. From here, Sergey lifts his captured wrist across and up. As he does this, his left arm hooks high on Trevor's right arm. Sergey then brings Trevor's right arm back down as he drops into a fireman's carry. Кейс даю, увожу и сразу поставлю. Посмотрите еще раз. Вот, видите, хорошо. А здесь же берем, смотрите. Видите, вот она. И возвращается. Еще раз. Посмотрите. Даю кисть. Видите, специально создаю его. Или это берет, или это смотрите. Да. Сейчас, смотрите, я беру что. Увожу и сразу. Пусть он держит меня. Видите, мне важно. Мне важно. Notice that if Trevor continues to hang on to Sergey's wrist, Sergey does not come up the crotch with his right hand. Instead, he lifts with his right shoulder and with torque on Trevor's right arm. On this fireman's carry, Sergey changes his defensive position into offense. Very often, when an opponent has a single leg lifted, it is possible to split his hands and step the leg down. From here, Sergey immediately follows with a fireman's carry. Я сел и бросаю. Посмотрите еще раз. Блин, взял ногу соперника, вот мы стоим. Смотрите, защита. Я срываю руку, смотрите. И вот сейчас, смотрите. Так же сел. Еще раз. Взял ногу. Боже, смотрите, рука у меня уже готова здесь. Эта рука. Контролирую, видите? Контролирую. Notice how Sergey is hooking high on this arm. Разрываю медленно, разрываю. Соперник тянется за ногой, делает шаг. Смотрите, я сразу сажусь на мельницу и поднимаю, бросаю перед собой. Еще раз, быстро делаем. Соперник пошел, взял ногу раз. Смотрите, я разрываю его. Сел.